Так, дорогие друзья, дорогие туристы, сдали мы документы на регистрацию в среду, сегодня пятница, 24 мая, получили регистрацию на полгода, очень быстро все это происходит. Стоимость $5 и плюс 11 тысяч сумов, это заполнение документов в любом паспортном столе, в любом столе услуг, грубо говоря, обходится $6.5. У вас есть регистрация на полгода. Очень быстро, без вопросов, нет очередей, практически и туристов мало, но зато процедура длится очень коротенько. Так что проблем с этой регистрацией в Узбекистане, в Ташкенте нет. Обращайтесь в местные службы, получаете регистрацию, потому что штраф за просрочку вашей регистрации, он существенный. А так все быстренько, вот вам территория. Обращайтесь. Спасибо за внимание.